Всем привет, с вами Лакайт. Продолжаем играть в Stellaris. У нас тут большой-большой кризис. Возникла контингенция, да, она? Контингенция. Это оживший, ну, даже не скажу, какой-то искусственный интеллект, в общем, который пытается у нас всю, ну, короче, зачистить нашу галактику. Вот, ну, в общем-то, да, как же их звали-то, жнецы в Mass Effect, видимо, так. В том числе, кстати, и синтетическую, то есть им не важно, нас бить, не нас. Одна из этих машин, напомню, вылезла прямо у нас вот здесь вот на... Одна из планет, точнее, вылезла прямо у нас под носом, рядом со столицей. И совершенно непонятно, что с ней делать. Она, то есть вот у нас ее бомбят вроде наши союзнички. Ну, как-то без толку. Колосс отказывается уничтожать. Видимо, тут действительно нечего просто уничтожать. Вот так вот. Войска сюда тоже не высаживаются. Непонятно поэтому, как с ней бороться. Ну, разве что только посылать реально периодически войска. Можно, правда, выделить какую-то армию. Например, давайте армаду пятую выделим. Хотя, вот, знаете, все нужны на самом деле на передовой. Так что не будем мы фигней заниматься. Всех берем и летим воевать. Сколько у нас тут их? Ой, много. А что поделать? Тут 72, тут 80, но основная, видимо, здесь. 16 000. 81. Ну ладно, нас больше определенно. Ой, тут пауза стоит, я жду, когда же мы переместимся. Так, все, пошла. Первые есть. Давайте вторые. У нас пока что слишком мало. 63 тысячи, это что? 100 есть. Еще 80. Третья армада, конечно, зря так быстро. Какие-то у нее, видимо, очень быстрые просто корабли. Так, вообще армаду третью просто порвали. Ладно, третья вышла из игры. Остальные летим. Сейчас она появится, мы ее... Ну, обратно будем снабжать, значит. Обратно, опять снабжать, обратно посылать в бой. Upscaling complete. О, активация реликвии. Ну-ка, давайте-ка. Новая колония, так, доступен... Содержание кораблей минус 20%. Берем. Что-нибудь тут у нас есть еще? Нет. Вроде ничего интересного больше нет. Все, летим. Летим. Сейчас будем. Надеюсь, они более-менее все-таки в кучкой прилетят. Да, вполне себе кучкой. Мир контингенция.
Может быть, из-за того, что мы взяли у колосса оружие омовения, то есть биологические ткани разрушаем. Какая у нас бомбежка, интересно? Давайте-ка посмотрим. Витальная бомбардировка, ковровую ставим. Мы получили сообщение от трупа мастеров. Одна из их станций уничтожена. Смотрим. Бомбардировка. Каждый день 0,05%. Ой-ой-ой. Не, ну конечно нам такой фигней. О, вот она, третья у нас появилась. Лечимся. И пополняемся, потом вернемся. А остальные полетели дальше. Ой, нет, Джаггернаут. Давай-ка сюда. Особый проект завершен. После множества экспериментов наши ученые сумели разработать эффективный метод выявления синтетиков-диверсантов, выглядящих как мы. Нашим силам безопасности раздаются новые сканеры, и уже было обнаружено и уничтожено несколько групп таких синтетиков. Будем надеяться, что это положит конец их попыткам внедрения. Смотрим журнал. Так. Планетарные фабрики этого мира постоянно пополняют новые силы контингенции новыми боевыми кораблями типа охотник-убийца. Такие планеты считаются единственным источником пополнения боевой мощи контингенции. Одно и то же написано. Написано, как их можно уничтожить. Так, это у нас кто вообще? А, это у нас кораблики, которые... Еще просто не долетели немножко уже до армады непосредственно. Так, сенат на сессии. Выговор 001. Вот, давайте. Ой. Выговор так выговор, правда, им нечего тут делать. Семь с 2000. Летим дальше. Они объединяются, смотрите. Это проблема. Потому что то, что они объединяются, это проблема. Опять зависули. Вот зависание, конечно, неприятно. Надо постоянно пополнять наши корабли, чтобы не простаивали у нас верфи. Complete.
Так, армада третья еще не восстановлена. тысячи у нас тут побольше, побольше. Хотя вот уменьшается, уменьшается, мне кажется, у нас надо где-то им постоять, полечиться какое-то время. Ships upscaled. Так, сколько тут у нас? 150, 220, 240. Ну, ладно, у нас все еще больше. Кстати, надо бы нам флотом Федерации тоже заняться. А нет, флотом Федерации уже занялись. Просто они летят. Research actualized. Побеждаем, побеждаем. В погоню, в погоню. Ну что, что берем? Рунарни давайте берем. И урона энергетического оружия берем. Они от нас убегают, по-моему. Так. Торговцы эти супер, супер не вовремя, как всегда. Вернули себе контроль над какой-то там системой, непонятно какой. Непонятно, кто какой. Ну-ка, дружно собрались супер маленькие армии. И бомбят. Опустошение 14%. Planetary market forfeited. Пока не вылез. Типа... Опа! Это наша планета? Так, третья армада тут у нас. Планета оккупирована. Безработица в категории нежелательный. Ой, они уничтожают население. Хм.
Ну, хоть немножко разгрузиться, конечно, было бы неплохо. Но подозреваю, что нет никаких шуток. Надо, конечно же, освобождать. Для этого, видимо, надо идти опять. На Эдем что-то. На Сириус был раньше рядом с Эдемом, в секторе Эдема, а сейчас почему-то переместился. Видимо, из-за вот этого вот дружочка у нас Эдем стал отдельным сектором. Ну ладно. Так, армия. Давайте. Делать армии. И побольше, побольше. Можем ли мы, интересно, инициировать опять вот это вот? Слабая поддержка. Вообще. Что у них с мозгами? Что у них с мозгами, вопрос? Замечены пираты. Будем надеяться, что с ними союзники. Ух ты! Лидер синтетиков выведен из строя. Ученый пострадал от критического сбоя, теперь некому руководить социологическими исследованиями. Интересно. Было как-нибудь по-другому назваться. Мы теперь супер вообще странно называемся. Так, блокирование фантомного сигнала. Занимаемся, ладно. Предложение основать федерацию торговая. А, Каганат преемник и наши соседи решили основать федерацию. Ну, на здоровье. Лишь бы польза от них была какая-то. Ну, зачистка идет. Смотрите, во-первых, зачистка идет. Во-вторых, вроде бы все-таки как-то пассивная. Ёлы, опалы. А, это пираты. Фуф! Это пираты. Всего-то навсего пираты. Поможете бы там? Нет, сгонять быстро. Мне как-то не досуг вытаскивать, выдергивать. Но, видимо, придется. Даже не так, знаете, что мы просто... Во-первых, мы усилим всех. Во-вторых, мы сделаем... Ой, сколько тут? Армаду шестую. Где у нас тут? Шестую армаду. Создать новый. Так, парочку титанов. Даже четыре. Парочку линкоров. Крейсеров. Эсминцев. И, конечно же, корветов. На все деньги просто. Вот так вот. Усилить все. Все. Сейчас мы ими займемся, пиратами.
А это вроде бы молчит, так же, как и вот это. Я надеюсь, по крайней мере, что они затихли. И что те 80 тысяч, которые там вылезли в какой-то момент отсюда, это было... случайность, что это просто какой-то забредший был. Но я не уверена. Но сидеть там все армады и их караулить, мне кажется, идея не очень хорошая. Поэтому мы их будем бегать за ними по всей галактике и лупить их. Можем мы ускорить с помощью послов, интересно, преобразование в федерацию? Так, куда все делись? Исследование на это червоточину. Мы сюда не сможем залезть без ученого. Ладно. Что мы делаем? Ну вот сюда направляемся, видимо. Все, полетели. Полетели. Вот это вот что у нас за безобразие? Какие-то раз... А, они еще не на солнце делаются. Так, точно, мы тут собирались сделать верфи. Еще нам нужен тут Академия космофлота. Улучшить. Прекрасно. Теперь у нас еще одна большая верфь рядышком. Ну, мне кажется просто, что как-то что-то нарушается при этом, потому что у нас появляются какие-то непонятные вне обозначенных флотов какая-то мелкота, которую непонятно куда девать. Тут мы летим. Тут 80 тысяч флотилия. Тут тоже что-то пустое, непонятное. Год у нас остался до блокировки фантомного сигнала. Чуть больше года. Так, транспортная флотилия вылезла отсюда. Все-таки что-то вылезает. Ну что, все, кто есть, бьем. Вот здесь вот у нас оккупированная территория. Ой, интересно, тоже пустая. Тоже никто ничего не защищает. Вот это меня смущает. Мне кажется почему-то, что это какой-то глюк сразу. То есть никто ничего не защищает, но она оккупированная, то есть войск там не сидит. Куда-то они все делись. Можем мы сюда высадиться? Можем. О, у нас тут битва.
теоретически можем немножечко побомбить их. Клоны, пиратская станция. Это нам не интересно. Это, видимо, кто-то из союзников все-таки до тех пиратов добрался. Attempting to acquire planetary market. О, завершение вторжения прошло успешно. Все, освободили мы, прекрасно. Итого, тут пятнышко, тут пятнышко. О, появились. Так-то. Инициировать прыжок, интересно, можем? Вот сюда. Куда можно инициировать прыжок, интересно? Вот сюда можно инициировать прыжок. Ну, давайте. Посмотрим. Опа! Правда, прыгнули? Прекрасно. Upscaling complete. Research actualized. Сейчас он у нас починится быстренько об Джиггернаут. Evading competitive fleet. Восемь месяцев. Мне интересно, может быть, блокирование фантомного сигнала что-то нам даст, потому что сейчас мы просто не понимаем, что вообще нам делать с этими. То есть летать из просто с края, с одного края до другого галактики и пытаться как-то их там убивать, но это как-то супер тупо. Что тут вот есть эти братцы? Ну-ка, ну тоже не сильно много, ладно. Пускай развлекаются. Evading competitive fleet. Construction asset under assault. Future market survey complete. Ждем, 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 ждем. 5 месяцев еще. Червоточина. Где у нас битва? Где у нас битвы одни, только наши друзья из Сената фигнёй страдают вместо того, чтобы воевать. Вот тут вот тоже все никак не помирятся эти синтетики. Надо было... Нет, нет, не надо было им помогать. Возникла идея, что надо было туда тоже отправиться. Там все-таки навести порядок. Ну, есть нам чем заняться. Так. Посол и ученый. Умерли. Thank you.
самом деле, о, вылезли, да? Сейчас протупиться. Благодаря трудолюбию и опыту губернатор получает новые навыки. О, фантомный сигнал заблокирован. У нас теперь есть алгоритм, отсекающий помехи фантомного сигнала. Наша защита восстановлена, процессор исправен, и все наши модули работают в полную силу. Нам удалось превзойти вычислительные таланты контингенции, и скоро они уже не смогут убивать, калечить. 32 тысячи. Короче, я одну армаду просто сюда вот посажу, пускай летает вокруг. 30% опустошения. Ну, 100% опустошения не дает взрыва. А колосс ее не берет. Так, журнал смотрим. Блокирование? Ну, заблокировали мы. Предположим. Ну куда вы, ребята? Давай. Ой, нет. 400 тысяч. Сколько? 400, 500 тысяч почти. У нас только нету, по-моему. Установлен форпост. То вот здесь вот тоже установлен форпост. Ну, очень много. Так, ну-ка, давайте-ка наших посчитаем все-таки. 80, 140, это 220, потом 320, 400, 550, 670. Ну ладно. Можно, может, и побороться. Давайте бороться. Ну, так, не поняла. Чё встали? О, всё, телепортируйте. Вот теперь мы телепортировались. Вот теперь... Research actualized. Ох, сильные они, сильные, конечно. У меня тут возникла мысль, не сходить ли нам, не знаю, к кураторам. Подожди, кураторы, а, вот они, кураторы. Скажите нам о тайных вселенных. Это же не мусорщики. Нет, не мусорщики. Нет, кураторы о них, видимо, ничего не знают. Победили, победили. Прекрасно. Пятую армаду я отправляю на солнышко. Получать... новые корабли и сидеть вот здесь вот просто как наседка в гнезде и отстреливаться.
Вот 80 вылезло отсюда. Вот, ёлки-палки, эти уже пошли в разнос. Тоже. Журнал нам ничегошеньки не подсказывает. Ну-ка, о. Боевые корабли контингенции, отключенные на 806. Боевые корабли контингенции нейтрализованы. 88. Корабли уничтожены. 1580. Миры симулированные контингенции 0. Активные миры машин 4. Как уничтожить миры машин? Реально, то есть из-за того, что мы в свое время предпочли, чтобы колосс у нас не взрывал планеты, а просто их зачищал, настолько из-за этого... Только из-за этого мы не можем уничтожить. Или просто нужно их все-таки до опустошения 100% добомбить. Если это так, то... Ну, я даже не знаю. Ну, попробуем. Ладно, вот это вот мы все-таки стреляли. В конце концов, наши союзники зачем-то же стреляли по ней. Чего-то они там хотели этим добиться. Будем стрелять, значит. Возможно, будем стрелять вообще все силы нашего флота. Если это понадобится. Так, смотрим. Во. Дипломатия. Может быть тут? Очевидно, ваша программа повреждена. Нет? Что случилось с синтетиками? Зачем транслируете? Кто вас создал? Почему вы нас атакуете? Ничего, они нам не говорят. Ничего дополнительного не появляется. Будем атаковать планеты. Колоссушка. Ну смотри, колоссушка. Иди сюда. Мовения не является пригодной для жизни планеты или мегасооружением. Не населена. У нас слишком добрый колосс. Research actualized. Так, пятую мы отправили, значит, стрелять, она у нас стреляет. Давайте еще четвертую, например, возьмем. Отправим ее, пускай на солнышко мы ее укрепим, мы ее полечим и отправим потом вот сюда вот, наверное, тоже сидеть, как на сетке, и стрелять. Ну, вот единственное просто, что у нас остается, это реально просто по ней стрелять. И, может быть, чего-то ждать, каких-то действий. В общем-то, ощущение, что я супер туплю, и все вообще просто, я просто чего-то не вижу. Но вот из-за того, что я раньше с этим не сталкивалась, у меня прямо вот такое вот вообще.
Вообще не знаю, не знаю, что делать. Ай. Ну-ка, вот эти планеты, например. Так, планета оккупирована. Повышение пособий. Непонятно, что они делают. Так, 25%. Ну, кстати, неплохо. Написано, что всего лишь на 5 сотых бомбардировка вызывает опустошение. Но каждый день, кстати. Но уже 25%, 26%. В принципе, может быть. Давайте посмотрим, что еще? Дипломатия тут есть. Есть, да, это тоже дипломатия. Планетарных свойств нету. Дефицита производства нету, армии нету, генералов. Вообще-то выглядит как наша планета. Меняется только вот процент опустошения. Давайте по этой тоже постреляем. Тоже 5 сотых в день. Интересно, может быть, от чего-то, от какой-то суммы? Сенат на каникулах. Какие молодцы, нашли время отдыхать. Взаимная оборона. Правила войны. Research actualized. Слабая поддержка фокуса, потому что мы единственные ими занимаемся. Остальные какие-то у нас такие супер вообще пассивные игроки на карте получились. Неслышно использование систем, так, резолюция. Давайте, хотя бы, не знаю, повысим за счет этого наш дипломатический вес. И, возможно, в одиночку затащим вот эту вот резолюцию с фокусом на этих ребятках синтетических. Так. Где это было? Палки-палки. А, вот. Давайте. Чрезвычайная мера. Все. Чтобы веселей было воевать. Так. Опустошение 4%. В этой дребедени опустошение 35%. И больше ничего не происходит. Research actualized. Совершенно ничего не происходит. Давайте построим еще корабликов. Ну и у нас какой-то такой пассивно-агрессивный период, видимо. Будем просто торчать над ними и стрелять по всем, кто попадется. И будем надеяться, ну и будем на самом деле ждать кораблики.
пополнение. Вот они летят, маленькие муравьишечки, к нам. А это кто? Суд Федерации. А, нормально. Вот Федерация у нас пополняется тоже, кстати. И он может, например... Во-первых, он может сидеть здесь. Давайте. Да, будет сидеть здесь и постреливать. У нас останется один только источник. Вот этот вот, не очень такой-то он сильный. Он и не очень активный почему-то. Вот. И на, у нас цель, значит, ну, во-первых, у нас пополнение все-таки войск. Надо дать им отдохнуть. Это, видите, 68 тысяч уже как-то несерьезно, да? Так. Это вообще просто вообще сильно побитая. Третья. Вот они все. Строятся. Хорошо. И, видимо, продолжим уже в другой серии. Плюс, мне кажется, надо прям поискать, что делать. Мне это смущает, что тут эти пустые планеты совершенно. Не глюк ли это? Очень надеюсь, что не глюк. Выглядит как глюк, вот эти все пустые. Пустое все. Тут вроде какое-то производство типа должно быть, а тут так пусто. 44. Ну ладно. Все, спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки. И увидимся в следующих сериях. Пока-пока.